Всем привет! Сегодня у нас будет очень простой рецепт. Можно его использовать как похлебку, а можно как соус. Нам понадобится небольшое количество ингредиентов. Это огурец, кефир, зелень, чеснок и сметана для второго варианта. Зелень нарезаю не очень крупно, не очень мелко. Вы смотрите, как вам больше нравится. Многие кушают эту похлебку как отдельное блюдо. Кто-то с мягким хлебом, кто-то поливает на мясо, в прикуску с чем-нибудь. Поэтому достаточно универсальный рецепт, летний, свежий и полезный. Чеснок кладем по желанию. Нам чеснок нравится, поэтому я его добавила. Положила немного и немало, чтобы был легкий аромат чесночка. Можно заменить на хрен, кому что нравится. В данный рецепт можно добавить, кстати, редиску, либо дайкон. Вкус не испортится, будет даже наоборот ярче. Солим по вкусу. В данном рецепте можно заменить свежий огурец на соленый либо маринованный, также его натереть, либо через блендер пропустить смесь и получится великолепный соус для мяса. Очень вкусно со свежей лепешкой употреблять эту похлебку. Прям лепешку макаем и получаем огромное удовольствие. Это блюдо можно сделать погуще. Я просто сделала так, как нравится больше нам. И кефир чем жирнее, тем вкуснее получится вкус блюда. Как видите, у меня жидковатая консистенция, поэтому для того, чтобы загустить эту жидкость, я решила добавить сметану. Сметана жирная. Все, я получила нужную мне консистенцию, поливаю на мясо и пробую. Это очень вкусно, сливочно и свежо. Данный соус подойдет худеющим практически ко всему виду мяса и к любому гарниру. Смело рекомендую. Готовьте с любовью и заходите к нам в гости еще.